А я не знаю, я не знаю пока. Еще ничего не заполняли. Да ничего не представляли, даже не представляли. На камеру снимали. Даже не представляли. Я не знаю. Как у нас можно? Кого? У меня был случай, когда меня за правонарушение... Еще раз, что произошло, я снимаю. Значит, после выступления Сергея Лаврентьева и Магомедова началось обсуждение повестки дня. Я вышел на трибуну и попросил депутатов перенести вопрос о назначении главы на месяц с тем, чтобы пройдемте со мной, вы задержаны депутаты нового совета. Почему вас задержали? Почему вас задержали? Мне не дали закончить. На каком основании задержан гражданин Загреев? Мне не дали рассказать. На каком основании задержан Загреев? Я вам не имею права рассказывать. На каком основании он задержан? Сейчас подъезжает адвокат. Будьте на связи, ладно? Куда вас везут? Хорошо. То есть вас задержали совершенно безосновательно на середине речи? Да. Прервали, не отключили микрофон, стали захлопывать. Как вы думаете, почему вам дали хотя бы часть произнести речи? Скорее всего, они среагировали очень медленно. Они просто не успели. Улыбочку. Так, а где вас держались до настоящего времени? В каком здании? В этом здании, в буфете? Неведомственная охрана, понятно. А к вам приходили сотрудники РНТВ, но нам с ним сказали, что якобы Загреева здесь нет. Вы были здесь, да, в этом здании? Куда вас сейчас опять ведут? А почему вас вели туда? По какой причине? Я хочу обратиться к гражданам. Обращайтесь! Боритесь за всенародные выборы мэра. Система назначений коррупционна, она должна быть отменена. Спасибо. Мэр должен избираться. Пройти, что ли? А, тебе нафиг надо.